Всем привет! Вот, как и обещал, очередная посылка пришла ко мне. Это монеты Тилошар, Республика Казахстан. Пришло 5 монет. Одна у меня уже была монета такая в коллекции. Одну я себе еще оставил. Вот 4 еще монеты у меня. Вот. Посвященный празднику. Год 21-й. Празднику 1 сентября, в общем, ну, День знаний, так сказать. Монетка Республики Казахстан. Тираж у них идет 30 тысяч. Граммовка 15 грамм. Диаметр 33 миллиметра. Ну и сплав Мельхиор. Тут идет описание, как обычно. 100 тенге. Номиналом 100 тенге. И вот, когда вот ее смотришь не на камеру, у нее даже цвета переливаются. Вот сам цветок вот в домике, он то розового цвета делается, то синеватого цвета. И также и солнце. Ну, вот, тоже интересное переливание идет монет. Вот здесь буквы, Тилошар снизу, букварь, девочка с мальчиком. Вот такая детская, как бы вот... подарочный вариант ребенку, который пошел в школу на память. И пускай она хранится. Вот сейчас видно, как переливается. У меня, по крайней мере, на камере цветочек. Вот такая вот замечательная монетка подарочная. Вот. Вот эти 4 монеты я буду продавать. 2 у меня останутся надолго-надолго в коллекции. А эти я буду... продавать. Вот такие вот прекрасные монетки. Ну, следите за моими видео. Будет пополнение, будут новые ролики. Буду выкладывать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не понравилось — дизлайки. Пишите комментарии. Всем удачи!